Я врач-косметолог Серикова Любовь Александровна. Работаю в этой области уже 30 лет и очень люблю свою профессию. Занимаюсь разнообразными процедурами, контурной пластикой и мезотерапией. Удаляю различные новообразования. Занимаюсь лечением угревой сыпи и процедурами по мезотерапии, а также занимаюсь ботулинотерапией. Должна сказать, что ботулинотерапией занимаюсь уже давно и имею очень много пациентов, которые достаточно регулярно приходят на эту процедуру, бывают довольны, и я также довольна результатами этой работы. Большой опыт позволил мне написать несколько статей на эту тему и выступить на конференциях и на симпозиумах. Должна сказать, что имею такой подход и считаю, что он должен быть. Это, во-первых, индивидуальность. То есть для каждого пациента нужно подбирать индивидуальную программу, потому что каждое лицо, каждый человек, он неповторимый, у каждого свои особенности. Поэтому, когда приходят пациенты на консультацию, я подбираю ему индивидуальное лечение. Во-вторых, лечение должно быть последовательным, то есть какие-то процедуры должны следовать за другими, а не иначе. Тогда результат будет хороший. И, конечно, определенная продолжительность лечения, потому что 1-2 процедуры, как вы понимаете, не всегда дают хороший результат. Поэтому расписывается схема лечения с учетом того, что дальнейшие процедуры будут продолжаться. Пациенты достаточно верны. И должна сказать, что несмотря на то, что переходила из одного учреждения в другое, так сложилось, что наш институт был на ремонте долго, и мы перешли работать в институт красоты, но находят пациенты и приходят. Это очень приятно, это дает новые силы для проведения таких процедур и для лечения пациентов. Так что не только пациенты нам благодарны, но мы тоже очень благодарны своим пациентам, которые бывают такими верными и признательными. Редактор